Это у нас будет поздравление от Марины Бзовой. С новогодними праздниками. Хоть в первую очередь хотелось бы пожелать всем праздничного настроения. Надеюсь, погода нас порадует и создаст нам атмосферу, так скажем, зимнего праздника. Пока он только называется зимним. Благополучие. И чтобы семьи, действительно, этот праздник стал по-настоящему семейным. Чтобы отметили его каждый в кругу своих родных и близких.